Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем играть в ретро-игры. И сегодня у нас Tiny Toon Adventures. Погнали. И мы видим мапу. Начинается все с зеленых лесов. Игра мне всегда напоминала немножко Соника. Наверное, на первых этапах только. В общем-то, мы будем здесь бегать, собирать морковки. За каждые 50 морковок мы получаем суперудар, который каким-то образом меняется. Я, к сожалению, уже не помню каким. Игрушка незамысловатая, но прикольная. В некоторых моментах бывает даже сложновато. Надо сердечко взять. Ах ты ж ворона. Хоба. А здесь небольшая секреточка. Да целую жизнь дают, что ли? Да. Я, к сожалению, всех секретов в этой игре не помню, поэтому, если какие-то пропускаю, извиняйте и пишите в комментарии, какие я пропустил. И вот за 50 морковок мы получили X1 этот приемчик. И каждая стадия будет заканчиваться то, что мы прыгаем в черную дыру. И возвращаемся на мини-мапу. Второй уровень. О, она вниз падает. А мы с вами поверху пойдем. Дали сердечко, но оно нам ни к чему было, к сожалению. И, кстати, я сегодня не ставлю никаких целей по поводу прохождения ее целиком. Просто хотелось немножко поиграть, вспомнить эту игрушку. Да и вам показать. Это, может быть, забыли уже, хотя, думаю, навряд ли видосов дофига по-прежнему на ютубе. Но, тем не менее... Хоба. Какая здесь подстава в конце ждала. Но я перепрыгнул. И, как я понимаю, если мы супер удар не тратим во время раунда, то он списывается за 5000 очков в конце уровня. Что тоже неплохо. Ну и мы переходим на третий уровень. О, здесь вообще красотища, закат. Музычка играет. Это ускорялочка. Там вот внизу какое-то было это. Мне кажется, там можно как-то до бонуса добраться. Интересно. Здесь нельзя? Нет, здесь нельзя. По-моему, там с другой стороны надо подходить. Так, что у нас там? Сердечко всего лишь навсего. Лучше бы было это. Увеличитель максимального здоровья запаса. Не помню, как он здесь выглядит. По-моему, колокольчик какой-то был.
большое сердечко. Ну, это супер удар целый. Время суперудара. Сейчас все вороны в рассыпную развалятся. Вот она эта штучка. Колокольчик. И завершаем с вами третий уровень. Переходим дальше. Так, у нас все равно 5000 дают бонусом почему-то. Может, я, как всегда, ошибался. Так, красная звездочка — это босс. Сейчас будет первый босс. Что происходит? Это не тот дьявол Дизи, которого я знал. Ха-ха, он слушается только меня. О нет. Так, ну будем по шляпе ему прыгать и уворачиваться от этого тасманского дьявола маленького. Блин. Зацепил. Хоба. 4 удара всего нужно боссу. Дизи был под гипнозом, но сейчас он в порядке. Дизи благодарит Бастера. Кролик Бастер. Всегда рад помочь Дизи. Нужно остановить доктора и вернуть карту. Какую карту они возвращают, кстати? Что-то вначале об этом ничего сказано не было. Не кредитную или из детства. Ладно, переходим дальше. Попадаем в прекрасный лес. Вот эти шипы острые, они, кстати, с одного удара убивают. Это очень... опасные такие шипы. Этот синий моб в нас будет помидорами кидаться. Вроде это помидоры. Забавный такой. Зловеще выглядит. По-мультяшному зловеще. Вон там опять отверстие, может бонус будет. Точняк. Так, ну-ка не кидайся. Так, поверху пойдем, здесь парковки много. Собрали. У нас, кстати, теперь другой бонус, похожий на дорожного бегуна. О-о-о. Ну ладно. Нет! Как же так я лоханулся-то, блин, на ровном месте-то, а? Все заново.
Нифига себе, все бонусы пропали. Опять только 3 жизни у нас. Ну ладно. Значит, надо быть аккуратнее. Интересно, здесь реально опять этот бонус взять, колокольчик? Смотрите-ка, да. Жизнь налаживается. Какая мышь ты подставная. И 50. Так. И прям на банку. Нормально так канатная дорога ведет. Здесь нам некуда прыгать, да? Вот и прошли. Даже так и не успеваешь этот бонус применить на уровне. Ну, там дальше сложнее будет. Да, лес уже такой густой становится. Ой. Медленно он по канатной это ползет все-таки. Кролик же мог и побыстрее. Хотя игрушка хорошая. Я думаю, многие ее любили. За хорошую графику, за хорошее управление. За атмосферность. И в конце концов, в то время был этот мультик очень популярен. Так, о, сова появилась. О! Супер приемчик. Сова сразу так атакует резко. Помидор ногой только что отбил. Блин. Так, а здесь как? Я не помню такого. Здесь на эту кувалду, что ли, прыгать надо? Нормально. О, уже и уровень закончился. Ну и тем не менее, мы проходим дальше. Лес стал еще гуще. Что это, грабли лежат? Почему я такого не помню? Внизу есть бонус, наверное.
О, колокольчик. Фига себе, здесь шипы выпрыгивают, прям такие, типа, уже ловушки пошли. Воу-воу-воу! Что это такое? Да ладно, еще и жизнь отняли, типа. Дети они меня надамажили, блин. Красавчик. На тебе. И мне так не нравится. Так лучше уже. Так, еще бонус там, наверное, какой-то лежит. Можем так пролезть в него? Давай, 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 готов. Опа. Фига себе. А здесь медведь вместо этого бонуса. Блин, сколько мобов-то пошло. О, прошли. Неожиданно. Блин, опасный уровень. Хотя, наверное, от навыка зависит. Я уверен, что у вас хорошо получается. Так, ну и... переходим дальше, я уже со счета сбился, какой-то уровень. Ага. Нифига себе, он там стоит. Не помню такого уровня, почему все поменялось-то? Ого. А давай меня сразу туда. Эй, да какого фига? Такое чувство, что в уровнях есть некая рандомность. Напишите в комменты. Потому что я в эту игру особо так не играл раньше, но... мне не помнится некоторых моментов в уровнях. Сова, откуда ты там взялась-то? Опять сидит, дуплит. Она теперь вверх летает. И вообще, типа, самонаводящая сова. Так, здесь не можем допрыгнуть. Все же такие прыжки коварные. Как-то не знаю, сейчас провалюсь в начало уровня. Может быть такое? Не кидайся.
Фига, они падают. Кажется, я хожу немного кругами. Хотя нет. Туда мы точно не допрыгнем. О, дошли. Ничего себе. Я думал, мы сейчас кругами будем ходить 100 лет. И у нас босс. Все по канону. Так, 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 так. Ага. Надо будем прыгать ему на голову. А если мы стоим здесь, то в принципе нас никто не тронет. Промахнулись, по-моему. Вот так вот. Не успеваю, не успеваю. О. Есть, и, наверное, еще ударчик один. Вот так вот. Получается, проходим лесок. Эй, койот, ты в порядке? Ты слышишь меня? Эй, ты куда? А койот на дно поплыл. Так, а дальше у нас пещеры, и всего много интересного начнется. Но уже мы 23 минуты потратили на то, чтобы пройти эти уровни. И давайте, если будет интересно, вы поставите лайки, напишите комментарии, и мы обязательно продолжим ее, потому что игрушка зачетная. Так что подписывайтесь на канал. Лайки, дизлайки с вас, а с меня новое видео. Всего хорошего, пока!